Всем привет! Привет! Сегодня 21 октября. И мы ищем грибочки на папином болотце. Все-таки шерстить болотце тремя парами глаз куда эффективней. Ты туда иди, а мы туда. Давай. Так, ну что, хватит уже белячки да белячки. Пора же уже и честь знать. Ну да. Надо подосечка сорвать. Ага, вот я и нашел маскирующиеся под листики красные подос. Вот только его тут зажал, а он тут не один даже, их двое. Так как раз их видел, только я подумал, что это мухоморы. Так, ну что? Один нам там. А он нашел. Тяжело нормальный. Достать. Нормальный. Какие и холодные. О. Так я тоже нашел. Смотри. Ого. Какие два крупные экземплярчики. Ага, и как они вижу. Хорошо здесь маскировались, что их никто не нашел. Плохо видно, поэтому вы его с мамой его прошли. Его а папа? Ну, конечно, там никого не было. Меня там не было, ты и нашла. Сыночек, ты уже увидел? Угу. А ну, вот давай, тут доставай его. Тут. Эй, так. Да это вон отсюда, залазь. Я не зря тренировал. Сейчас эти ветки. Ого. Ну, что там? О. Показывай. О, какой. О, какой длинноногий. А так и не скажешь, да? Ага. Хороший. Вот, Максик, чистый кайф. Ходите за вами собирать. И я нашла. Ну, конечно, там никого не было. Меня там не было, ты нашла. Ага, ну да, ну да. Ага. Нет. И это не чистый. Вот такой вот. Какой он красненький. Смотри. Болотце уже кто-то ограбил до меня. Ага. Оставил мне тут крохи. Ага. Это еще хорошо, что Катюша его не нашла, да? Ага. Как тебе грибочек? Ну хорошо, хорошо. Тебе как, тебе что больше нравится? Белые искать или подосики? Белые. Губа не дура. Смотрите, как притаился грибочек. Оп. Вот такой вот. И я вот за тобой прям вижу. А вот. Сегодня у нас, я называю, ленивая грибалочка. Ты тоже нашел, Мак? Да, а вон еще. И вон. Вот. А, и тут Максим целая полянка. Сейчас я покажу. На. О. Умница. Наконец. Грибничок. Подожди, даже его сюда. Его Максик, а вон тот. Достанешь так, чтобы ему голову не оторвать? Конечно. Ну, наверное. А ну попробуй. А ленивая грибалка, а почему? Него так? Потому что мы только к 11 я сюда его приехали. Так вот там. Его кто-то сдавил. Да, ну жди, сейчас поможем. Ленивая грибалка, да, потому что приехали к обеду уже ближе. И то заехали просто по делу в эти края. Жалко просто упускать моменты грибные. Шляпа отвалилась. Его, это, наверное, родовая травма. Его в детстве кто-то повредил. Да, у него, видишь, он. Она и давно уже да. Была. Ну, ничего, отмучился. О. А вон еще какой красивенный. Тоже покусанный весь. Опа.
И я тут один маленький увидел. Крохотный, специально для мариновочки. Я его потерял, где он? Я его потерял. Вон. Не вижу. Вон. За веточками тебе, наверное, не видно. Увидел? Вот. Давай его. Эй, малипус. Доставай. Я за тобой иду. Я тут твердая. Я бы его за 2 секунды извлек. Ну что там? О, да, слава богу, он хоть пузатенький. Ага. И вон еще, смотрите, какой у него маленький детеныш. Ой, нет. Что ты там нашел? Что ты там нашел? Ух ты. Это что, беляш? Давай. Что там? Паук. Нет, лучше ты. А ну-ка. Давай, ты видишь что? А где у него там? Ага. Ой. Чисто я нашел, да? Ой, тут ему. Тут же его оттуда извлечь. Сейчас. А нога-то там. Сейчас тебя кто-то куснет там. Это точно, я тоже боюсь. Так, вот нога. Угу. А вот шляпка. Чисто я нашел. Угу. Катя! Вы обходите, я сейчас вас догоню. Пусть пока обходят, я хочу проверить белячковое местечко. А по пути еще красавчиков нахожу. Подосика, вот его не видно было, он себе шапку сделал из листьев. Молодец, дождался. О, какой молодец. О, уже кричат тут рядышком, а я пока нагнулся его в корзинку опускать. Тут еще один. Что там, Максик? Вот. Прошел. Ух ты. Точно. Да, ну, признаюсь, я его пропустил. Давай его сюда. Ну да. Красивый такой. Ага. А, дайте нарадоваться им мне. А, ножка крепкая. Давай лучше ты. Ага. Прям вообще. Ну вот уже мы вышли, все-таки меня догнали, ага. И вышли мы на белячковое место. Я сразу же увидел здесь, белые. Ура! Катя, скорей сюда. Я вышел на белячковое место. Вот уже и у нас пошли в лесу. А кто-то у меня только сегодня спросил, пошли ли у нас. Пошли, друзья. Вот, а оно резко похолодало. И они быстренько полезли, чтобы успеть. Молодцы. Надо еще искать. Под дубочком, под маленьким. Сейчас покажу. Вот таким. Вылезли. Слушайте, а что это тут такое? Это, наверное, масленок, что ли? Точно. Какой огромный. Ничего себе. Или пластин. Дим, смотри, какой масленок. Слушайте, я тут такой гриб нашел большой. Что это? Это такой масленок, наверное. Угу. Я тоже масленка. Так, смотри, какой лопатый. Такого же. Может, он уже плохой? Да ну, сейчас проверим.
Я отказываюсь в это верить, что он плохой. Да не, он хорош. Ну что? Кто со мной в болотце? Слушай, радость-то какая. Все-таки они не только в соснах. Иди сюда. Или я тебе сейчас так покажу. Это настоящий беляш из моих снов. Смотри, Кать. Как это ты тут один-одинешенек? Какой красивый. Конечно, совсем незаметно издалека. С такой шляпой, среди таких листьев. Чудом увидел его. Я думал, мне мерещится. Видите, в каком лесу? Настоящее украшение моей сегодняшней корзиночки. В связи с этим обстоятельством я немного меняю план сегодняшней грибалочки. Есть подобные местечки у меня на примете. Пришлось мне как гиду забежать наперед, чтобы вести людей дальше. И тут же мне открывается вот такое зрелище. Кать, какой головастый. Так, идем за мной. Сейчас покажу местяк, если он еще не ободранный. Вот он. И пушистая. В мехах. Как пушка. Удивлилась. Ага. Говорю, вот начинается это место, Катя. Ну пока, я пока белых не вижу, но вижу вот подосиновичек вылез один. Красивый. Вот. А как подосиновичек может быть некрасивый, скажи? Маслятки маслятками. А вот белый белым. Нет. А вот подосиновички тоже сладкие. Очень. Особенно такие. Ух ты! Тройничок. Где? Вот. Малюсенький. Сейчас я вам дам рассмотреть. О! Смотри, Кать. Ух ты! Вообще, я потрясен. Смотрите, какие красивые листики. Обожаю краски осени. Смотрите, какие. Я, значит, иду, мечтаю сказать «ух ты». И тут «ух ты». Да, вот такой вот «ух ты» меня ждало. Угу. Кать! Как далеко убежали уже. Смотрите, какие завалены. И здесь среди таких завален такой потрясный подосин. Точно. Даже два, вот один. О, ой, я вот нашла, смотри. О, вот. И вот еще. И вон, ух ты, ура. Ага, давай сорвать. Смотрим. Вот еще. О, так. 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 Это круто. Вот еще. Ух ты. Вот еще. Так ощущение, как будто тут никого не было. А, вот еще. Кроме папы. Ух ты. О. Мы тут почистили. Тут рядом. И вот тут эти вот все. Находится вот что. И тут еще Максимка еще нашел что-то. А ну-ка, давай я залезу. Где? Вот. Ух ты. Белые? Нет, так это ж эти. Да. Ой, подберезовики. Вот еще один. О, давай сюда. Тут они как-то... Иди лучше ты. Ой, вообще, мы тут на полянку забрели.
целый. Ох. Ой, я шапочку ему оторвала. Эх, ну ты мама. Боже мой, это что? Это что? А это что, ребятки? Так, полежите здесь. О, я белый нашла! Да ладно? Да! А-а-а! Посмотрите! Сейчас, подожди тут. Ничего себе! Подожди, вот я... это место, я понимаю. Обалдеть! А я нашел тут вот такие. Класс! Ну что, родичи, как дела? Как успехи? Под бассейновики? Нет. Вот еще я вижу, пап. Вот, я еще вижу. Ты его увидел? Нет. Вот. Точно, красивый. Нет. На. Это просто невозможно. Смотрите, я нашла тут белый. Потом вот, смотрите, еще раз. Два. Это какое-то нашествие грибное. Я просто не... Мы не можем отсюда уйти. Еще и беляк. Ну это вообще. Так, ну пока они там с ума сходят, мне пришлось чуть вернуться. И не зря. Не зря, друзья. Посмотрите. Я вернулся, потому что я знаю, что это место когда-то было богатым на грибы. Вернулся и не зря. Вот два беляшика. Таких классных. Катюша, я не зря вернулся. Я понял, что надо будет вернуться. Ты видишь? Два беляша. Смотрите, я тут просто сижу. И Максим пришел ко мне. И смотрите. Смотрите, еще одного беляка. Ой, боже мой. Это вот просто. Еще, вот еще. О, вон еще, смотрите. Давай вот этот сюда красненький. Красненький? Там их два. Да. А то что-то, наверное, не то. Так, так, ну, один. Давай вон еще маленький. Вон маленький ты забыл. А, точно. Вот тут, смотрите, вот такой. Три. А, и вот еще. Смотрите, какой. Ну, вообще, конечно, мам. У меня тут тоже радость. Давай. То ли вы ее тут пропустили для меня. То ли она только что вылезла. О, упитанные. Вот один. И второй. Немного менее. О, их тут даже три было. Сколько счастья. Как я мог не увидеть здесь рядом крупняка такого, а? А я уж думал, что крупнячок и не попадется. Вот. Чудесный, чудесный. Блин! Этот чудесный. А рядом еще и подберезовик чудесный. И второй подберезовичек. Вон еще я нашел. Да ладно, ух ты какой. Ну все. Ничего себе, это большой. Давай я. Давай. Давай. Это... Если бы ты не пришел, я бы его тут и оставил. Ага. Давай. Ну-ка. Да, помогает конкретно. Осторожно, а то ты об ветки ему голову сорвешь. Сколько счастья на одном месте, да? Ага. Вообще. Я поражен. Максимка меня привел, я чтоб я сняла. Мухомор. Мухоморчик, смотрите, какой красивенький, ага. Сочненький. Ага. А тут Максимочка, смотрите, что нашел. Беляш. Ой, класс. Это просто шедевр. Это... Я никогда не думала, что в осиннечке. Видите, тут осинничек, а вон там он болотце. Ага. Можно найти белые грибочки. Да. Это для меня, конечно, открытие, если честно. Мы уже хотели уходить, а грибы нам говорят, не уходите, не уходите, и вот появляется. Ну да, это точно. Давай еще тут хорошо смотреть. Давай. Вижу подберезовик и иду к нему.
Тут правда так очень плохо. Плохой проход такой. Ну потому и грибочки здесь есть. О, так тут еще один большой. Это маленький. А вот большой. О. Я нашел. Максик, ты молодец. Вот такой вот. То, что я пропускаю, подожди-ка. Какой, а? Ага. Шоколадненький, срывай. Вот. Класс. Молодец. Слушайте, я не могу почистить эти грибы. Меня уже Максим зовет, что там что-то он нашел. Что там, сынок? Ох ты! Это просто! Мам, еще он! Ой, боже, смотрите. Вот еще. Вот смотрите, какие красавцы. Вообще. Ой. Вот еще. И вот. Это целый вообще букет ассорти. Ага. Сейчас, а ну-ка. Вообще. Смотрите, пополнилась моя корзинка с Максимкой. Но это место не перестает удивлять. Смотрите, какой красивенький. Просто здесь-то ходить проще. По такому вот свободному, можно сказать. А нужно идти вон туда, где тяжелее пройти. И там попадаются. Вот, допустим, я только подошел. А тут уже подосик меня ждет. Худенький. Модельной внешности. Но приятный. Вот. Вот там вот совсем непроходимые джунгли. Надо туда и залазить. О, например, смотрите, вот кто-то бросил мусор. Какой-то пакетик. Надо его с собой забрать и выбросить. А под ним вылезли два подноса. Таким образом, думали от меня спрятаться. Ну, не тут-то было. Смотрите. Этот даже толком покраснеть не успел. Я еще нахожу. Еще? Смотри, какой. Ага. Вот это место грибное. Ой, смотрите. Чуть не пропустила. Оп, и сразу видно, да? Оп. Вот такой вот красавец. Симка так спешил, что чуть не упал с этого бревна. А я пока на это, на эту картину смотрел. И нашел. Да, и нашел тут рядышком подберезовик такой крутой. Я прям не знаю. Да нет, он волшебной красоты. Смотри, Макс. Ага. Сейчас, подожди. Я к тебе. Смотри. Подожди. Так, ну и тут же ж недалеко. Еще один друг. Подберезовик. Так же все-таки хорошо они тут прячутся. Длинноногенький ты мой. Я такая думаю, ничего себе, вот эта природа создает настолько яркие цвета. И случайно. Да, я тут. Перевожу взгляд. И посмотрите, что здесь. Я здесь! Посмотрите, беляк. Просто. Ну, даже нет слова описать эту красоту. Максим, тут такое узрел. Да такое он тут красивое нашел. Такое красивое, ё-моё. Я не знаю, как он это увидел, это просто чудо. Ну вы тут что-то сможете увидеть, друзья? Сомневаюсь. Красота какая. Вот это грибничок. Ух ты, какие большие. Ага, да какие тяжеленькие. Осторожно только, хорошо? Ага.
Ну и если вы дальше пойдете, вы, наверное, его увидите. А, вон я вижу. Да, я тоже вижу. Ну что там? Где? Увидели, да? Да. Ну я тоже увидел, но мы все втроем в одной команде, так что... А я вот нашла пол шляпки, куда потерял. Забираем, пригодится. Максим, ты ж без травы только тяни. Что, ножка? Ножка как ножка. Крепкая. Кстати, я так куда вот. Так, ну после такого удачного болотца сильно и уговаривать не приходится, да? Пойти на следующее. Хоть уже и вечереет. Ага. Максим вообще одухотворен, да? Угу. И воодушевлен. Ага. Своими находками. Называет себя супергрибником. И мы это подтверждаем с мамой. Я просто умираю с этого. Сбил ногой и побежал дальше. Ну и как я это назвать? Задумался. Ой, господи. Смотрите, сердечко. Ну вот это я тебе и оставил. А, ну да. Мне неприятно об этом говорить, но мы тут сколько? 3 кучи обнаружили. Ага. Надо идти крайне аккуратно. Ага. Определяем, значит, если бумага валяется, значит, надо сторониться. И? И вот что. И вот. Хе-хе-хе. Ну-ка, отойди, Максимка. И вот. Но среди этого всего безобразия есть и радостные моменты. Ага. Да, есть. Катюш, смотри. Я нашла того побольше. Побольше? Да. А я, посмотрите, что нашла. Боже, ну какой размерчик, вы только посмотрите на него. Смотрите, классный. Я тут он маленький находила, а такой, конечно, не нравится размер. А как же ж я люблю после тебя находить грибочки. Беленький. Смотрите, какой. То есть не беленький. Эх, Дима, Дима. Дмитрий, Сава, эх! Ой! Какой? Нормальный! Можно было и оставить. А что ты скажешь про вот этот вот вариантик? Ё-моё! А вот это я тебе не прощу! Ну и что же ты скажешь на это? Этого я не прощу! Ага, мне? Так бы прошел, а так хоть на жарешечку покушаешь потом. Ну что я скажу, я расстроен. Да, да, да. С одной стороны, но с другой стороны я рад. Да. Что ты его нашла, да. Ну то ж, Дима. Так что, надо в кустики заглядывать? Заглядывай, да. В эти пучочки. Веточку попалась. Да, по делам тебе, девица. А я залечу свою душевную рану. От пропущенного подосища. Вот этим вот приятным подосичком. Тоже не маленьким. Да. Так вот, Катюш, как тебе такой? Хорошенький. Я так думаю. Родичи. О. Издалека прям бачу. О, сдалеку. Прям под пенечку. Идем же к нему, друзья. Да, идем. Недавно вылезший, да? Угу. Вновь да. Прибывший в нашу корзиночку. В нашу шикарную корзиночку. Да? Да, да. Вон и птичка нас поздравляет. Вышли на местечко, мое любимое. Ага. И мы на этом с папой нашли болотце. Это
мы чисто с папой нашли. Да, чисто мы с сыном нашли. Ну да. Без сына я бы не справился. Длинноногенький ты наш. Покажи. Вот такой вот свеженький. Малюсенький. Нашел. Молодец. А я знаю, что чего увидел. Крупняка, но я не знаю, хорош ли он до сих пор или нет. Он вырос прямо вот в этом вот, я даже не знаю, в этом кустарнике. Тут какие-то такие прутья торчат. И вот его пережало в них. И видно, он тут давно растет. Никто его не нашел. А Дмитрий и Сава нашел. Интересно, нормальный он еще или уже все? Нет, но я все-таки его оставлю здесь. Пусть разбивается гребница. Увидите? Смотрите, какая-то кошечка приятненькая. А тут раз. Оп! Какой маленький. И вот еще свеженький, маленький. Вот эти я нашла здесь. А теперь, оп, еще один. Смотрите, какой. И вот еще один. Так. И вот так. Ой, вот смотрите, какой маленький. Тоже его оставим. Пусть кто-то потом найдет. Может, мы найдем, не знаю. Смотрите, грибочек. Какой? Ага. Ох, Максимчик. Какой, даже вот смотрите, тут один маленький. О, так большой. Ну да. А что ты думал? А я вот тоже нашла. Еле заметно. Еле заметно, да, как Максим говорит. Конечно. Ох. А что ты думал? Смотри. Ох ты, мой любимый. Размер. Да, классный. Твоим способом, именно в такой кочке болотной, где никто ничего не видит, мне удалось найти не менее красивого, чем ты нашла когда-то. И меня упрекало в том, что я ничего не вижу. Сейчас ты просто офигеешь. Кто-то маленький. Кать! Смотри. Вот там что-то скрипит. Вот это красавелла. Я таких экземпляров давно уже не встречал. А рядышком здесь, совсем рядышком, тоже очень красивый подос. Просто он под цвет темный такой, что его не видно. Итого, здесь два таких красавца. Представляете? Ну, мы не зря сюда зашли, зайчик. Ты уже видишь этот, это прекрасное, что подарила нам природа. М? Да, я вижу. Мне один теперь. Каких делов? Ну, вот оба это... мне, а ты мой и ты мне. Да, да. Это ты. Маме. Ну, бери себе один. Вот еще один. Ух ты. Ну, то твой по праву. Бытник вот два нашел. А я этим не нарадуюсь. Кать, помнишь, как ты злорадствовала, когда я белый пропустил? Ну, хочу тебе в отместку найти тоже что-нибудь прекрасное. Ох, какой. Еще их кто-то ногой зацепил, он шляпку. Трошки. Это, наверное, мама. Смотрите. Это же не маленький. Катя пошла, пошла. Что-то там нашла, радуется. А такого красавчика отлично, кошечки пропустила. О, сейчас я его извлеку. Посмотрите, полюбуйтесь. Я его сам не сразу увидел. Просто я знаю, что здесь он должен был расти. И ведь я знаю это заваленное дерево.
Поэтому я здесь тщательней обычного проверял. Что значит искать грибы в три пары глаз? А это значит, что мы не пропустим ничего сегодня. Не так, как люди, которые здесь прошли и завалили вот этого подосиновика. Вот он стоял, кто-то его, ну слава богу, не раздавили, просто повалили. И здесь же приятным бонусом для меня стал второй подос. Уже, между прочим, 4 часа вечера. Надо было сегодня приезжать раньше. Ну, это была ленивая грибалочка, друзья. Выходим. Результат наш сегодня. Не меньше, наверное, чем вчера беляков мы набрали, да? Угу. Да, Макс? Ну, мне кажется, тут больше, чем у тебя. Ну, возможно. Но у меня они красивее. Ну, победила, в общем-то, дружку снова. Да? Угу. Ну давай. Спасибо. Ну вот и подошла, как вы уже поняли, к концу наша грибалочка. Ага. Наша очередная прогулочка. Вау, и я еще нашел семеечку. Не отпускают нас грибочки, да? Ага. Как раз к концу. Да. К концу такие бонусы приятнейшие. Если бы я не обратила внимания, то попёрся бы я сапогами по этим масляткам. Ага. Так вот, вернемся к нашему прощанию. Ага. В общем, долгие проводы, горькие слезы. Так что до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. И не забывайте комментарии писать. Обязательно. Ага. Пока. Пока. Пока.